Всем привет! Итак, все бурлит, гудит, светит, все работает, все в порядке здесь. Но начинается сейчас самое интересное вот здесь. Сегодня по плану у меня было поставить сюда банку. Заказал уже грузчиков, и что-то сижу, такая мысль в голове, что-то не то. Что-то думаю, с полом все-таки не то. Надо вскрыть, а то поставлю, и потом непонятно, что будет. Ну, в общем, грузчиков отменяю и начинаю вскрывать пол. Вот, снимаю листы, доски, и получается здесь идут опоры, каждые 60 сантиметров, вот так они идут. И получается, мне нужно будет усилить 4 опоры. То есть здесь с одного края опора на монолите лежит, все четко. Но здесь опора туда слишком далеко. Так, не видать. То есть здесь получается 2,5 метра только до опоры. То есть думаю, это место все равно прогнется. Поэтому сейчас здесь где-то 0,5 метра буду ставить вот такие опоры. Усиливать 4 балки. И думаю, будет прям... как надо. Единственная проблема, здесь глубина, наверное, 30 где-то сантиметров. Как-то придется туда залазить, лежа все это делать. Но не с такими проблемами справлялся. Так что буду ставить опоры сейчас, зашивать все обратно. Плюс доски не очень ровно как-то лежали. То есть вот эти ДВП листы как-то вот так волнами все были, то есть тоже мне это не устраивает. Заодно сейчас усилю и буду выравнивать пол, чтобы было идеально ровно. Так, вот спустился вниз. Кстати, спасибо Олегу Кудвину за подложку. Подложка осталась, сохранил от этой, от керамики. Вот пригодилось. Постелил, лег. Так, ну вот, вот такие здесь опоры. И мне получается, нужно просто вот здесь поближе поставить. Причем на первой балке не нужно. На первой не нужно. Нужно будет на второй, третьей и четвертой. И все будет good. Так, вот приготовил ножки под опоры. Это брус, из которых сейчас напилю 3 опоры. Это сема. Так, вот одну опору уже поставил. Сейчас под нее буду выпиливать. Точнее, ножку поставил, под нее буду выпиливать опору. Так, первый готов столбик. Осталось еще 2. Так, ну все, пол усилен. Первая опора, вторая и вон там третья. Все. Здесь опора не понадобилась. Там лежит на монолите. Все, буду собирать пол. Ну вот и все готово, как будто ничего не разбирал, только стены немного еще поуханькал, но ничего, аквариум встанет, не видно будет. Ну все, завтра аквариум поставлю сюда. Всем пока.